наблюдаем за ситуацией, типичной для России, как бы. Вот мы видим знак «обгон запрещен». Был до этого. И хорошо, видимо, и сплошная. Едет автомобиль. Он сломался, вроде как, моргнул тут аварийкой. Вот, я еду за ним. Едет со скоростью, я даже не знаю, тут как бы меня можно сзади толкать, в принципе. Вот. Естественно, если сейчас я объеду, это будет нарушением, и который полечит лишение за собой прав. Но многих не останавливает. Это уже человек 10 меня обогнали, в том числе сотрудник какой-то государственной службы на автомобиле. Вот. Так вот, знаете, господа водители, если вас там вот за тем бугорком остановит инспектор, он будет совершенно прав, если изымет ваши права и составит материал. Потому что это будет нарушением. Если бы он остановился, вот этот грузовик, который еле сейчас чихает и пыхает, махал мне руками, мол, обижай, и я бы объехал его через сплошную, это было бы тоже нарушением. Но оно тянуло бы на штраф всего лишь, если я не ошибаюсь, 1500 рублей. Вот. А так мы вот видим, что все едут, всем плевать, как бы, а протяженность этой зоны запрета обгона всего где-то примерно метров 500. И вот 500 метров вот так вот я ехал. А перед этим я все эти грузовики обгонял. Вот. Чтобы, ребята, остаться с правами в этой нашей прекрасной стране, нужно все-таки лучше подождать пару-тройку минут, которые вот сейчас я потерял, чем обижать под знак, под сплошную. А этому водителю я даже не знаю, что сказать. Ему, наверное, хочется, конечно, ехать, но не знаю, как он с такой скоростью будет ехать и зачем он это будет делать. Ну, конечно, хочется попросить его лучше остановиться было до этого места, чем вот так вот мешать людям